районе Кобана, в районе Гаспры. ГРИС. Сейчас будем проезжать. Человек на мотоцикле едет, он, я думаю, вообще в восторге от такой погоды. Едем под канатной дорогой, которая ведет на Айпетри, и здесь просто туман. Еще не прям молоко, но уже нормальный такой туманчик. Сейчас, может, пониже спустимся, там еще будет хуже в низине. Но все равно все более-менее скорость соблюдают. Если еще ночью подморозит, как обещают, то это будет, конечно, вообще трэш. А я представляю все эти реки и мокрая дорога, замерзнет. Да тут хватит сейчас ветерка и все. Холодного. Творится сейчас у нас в Крыму, просто все стеной льется, идет град и крупный дождь. Но это да, это реально град. Вот смотри, потухнее надо сделать. Вон град вообще конкретно идет продолжение. Что творится? Жесть. Посмотрите, какие реки потекли у нас здесь. Это рядом с домом. Просто жесть. Что, побежали вам все показывать. Что творится у нас. Это пиздец. Да, друзья, ну сейчас на дорогу выскочу.
покажу вам водопады, какие у нас здесь бывают. Это вот рядом с домом так все течет. Здесь нельзя. Вот такие болота пошли. Здесь просто реки.